Всем привет, друзья! В моих руках консервы на зиму, которые необходимо обезопасить от несанкционированного доступа и вмешательства. Я ж подумал все-таки, да, действительно нужно снять с них кранчики, чтобы случайно не открыть и не выбежало давление. А также поместить в один общий тубус, который я сейчас и незамедлительно буду делать. Первая заглушка. Леска целостная. Одна крышка готова, лески вытянуты, это будут для пломбы. Это пока готово. Теперь со всех сейчас сниму барашки аккуратно. Когда все барашки сняты, они в пленке отправляются также в эту трубу. Обязательно придерживаю леску. Готово. И сейчас я буду загружать все остальные предметы. Уже без боязни, то что они повредятся, откроются. Самый интересный момент это то, что я как бы не учел, хватит ли на всех места. Особенно из-за таких кривулин. Ну, значит, какие-то кранами можно вниз. Места хватило для всех. Теперь проверяю. Леска не порвалась, то есть опломбировка состоится. Леска в целостности.
Так. Накрываем. Пломбировать мы будем такими пломбами. Сейчас покажу на примере одной, каким это образом. Также белое основание будет. Например, мы ее наклеили. Потом водорук. Водорук, просто предположим, что пломба была сорвана. Что происходит? Проявятся следы срыва на месте срыва пломбы. Сейчас я ее поплотней приклею. Но даже ее не удастся аккуратно снять. В случае ее открепления она будет вся закоцанная. Видно. Так, сюда я закреплю белое основание, чтобы было видно пломбу. Надорванных граней нет. Я пропускаю обе лески через маленькое отверстие. На этот край я просто поставлю пломбу, чтобы она не отцепилась. Леска не вылетела случайно, таким образом я ее закреплю. А8 11 54 89 5 115 48 95 А8 115 49 85. Отклеиваю. И происходит тщательнейшее наклеивание на леску. То есть леску вынуть и засунуть просто так не получится, не оторвав пломбу. Будут видны следы отрыва. Все, таким образом наш тубус оказался опломбирован. Сейчас я еще, наверное, накрою сюда крышкой. И с этой стороны крышкой, чтобы случайно не порвать ту самую леску. Вся она в натяге находится. Консерва до 25 октября. Защитил. Тут находится леска.
С этой стороны тубуса, где находится пломба, я также навернул дополнительное колечко, проставку, и потом уже к нему привернул крышку. Этот тубус получился довольно тяжелым, с большим количеством отверстий, где кислород будет гулять так, как ему захочется. Так как раз он проникает сквозь стенки под давлением, когда находится жидкость, либо что-то изнутри емкости, в которую он проникает. Тогда ему вообще не проблема пробраться через какие-то открытые щели. Это вообще фигня для него. Я к чему говорю? Значит, здесь будет его вполне достаточно. Консерва готова. Можно ее на плечо и в погреб. До следующего года продукта хватит. Здоровья, до скорых встреч, пока!